Баг и суперкот. Так, начнем. Я в этой игре, уже как бы, я, как сказать, наверное, крутой я в этой игре. Так, давай уже начнем. Так. Пишите комментарии, какой вам персонаж нравится. И вообще, кто ваш любимый персонаж? У меня не все персонажи купиты. Наверное, Кагами, Ким, Макс, Космо, Кот, Астробак, Леди Кошка, Баникс. Вроде остальные открыты. А еще это. Так, я, пожалуй, выберу этого персонажа, мистера Бака. Так, пока идет, начинаем. О, подарочек. Ох, у меня все подвисает. Не очень круто, конечно. Окей. Если я вижу, вот так. О, Акума. Бабочка. Кстати, пишите комментарии, а нравится вам вообще этот мультик? Или нет? Или вообще вы его ненавидите? Мне он как бы нравится, но не настолько. Пытаюсь дойти до конца. Может быть, у меня получится что-то? О, портал. Если честно, мне не нравится башня. Скоро выйдет обновление у меня, про где будет Зои и Браждик. Зои все знают, это сестра Хлоя. Браждика тоже все знают. Главный антагонист сериала. Мультсериала. Супер, у меня мега скорость. Я должен зайти в конца. Да, блин, магнит истекал. Ладно. Тут я уже на 9-м. Блин, шлем. О, шлем. Привет, шлем. Пока, шлем. Угу. Классно, я на 11-м. Пытаюсь зайти, да, хотя бы. Сейчас 12-й уровень будет самым главным. А, нет, 15-й уровень. Главный. 12-й, я не помню уже, я давно не играл в эту игру. Да, сегодня мой первый выпуск. Если хотите, чтобы я дальше продолжил играть, пишите комментарии, нравится ли такой обзор, формат или нет. Тут у меня ее, все разрушает вокруг. Если честно, мой любимый персонаж это... Ой, блин. Мой любимый персонаж это, наверное, это все-таки Джулика. Мне она нравится своим эмонством, готом, не знаю. Кстати, вы знаете?